Мы продолжаем строить инновационный центр Skyway в Шарже и скоро завершим его первую фазу с введением в строй не только первого демонстрационно-транспортного комплекса с бирейсовой эстакадой, ну, подвесного типа в тропическом исполнении, но и всей необходимой инфраструктуры, станций, депо, автоматизированной системы управления, инженерных сетей, электрическая связь, водопровод и канализация, естественно. Все это было не просто сделать в чистом поле, в пустыне. Хотя, конечно, это не просто пустыня. Об этом я хочу сказать отдельно. Инновационный центр расположен на территории технологического парка, который входит в структуру Американского университета в Шарже. Университет был построен в пустыне его высочеством шейхом Шарджи, и сейчас там учатся около 50 тысяч студентов, что в два раза больше, например, чем их учится в самом крупном вузе Беларуси, Белорусском государственном университете. Его высочество ученый, он защитил две докторские диссертации, и это он своим решением выделил нам 28 гектаров земли в лучшей части технопарка, на его фасаде, чтобы, по его словам, он мог бы ехать по дороге и любоваться Skyway. Это он разрешил нам построить деревянный дом, хотя законодательство страны, имеется в виду Объединенные Арабские Эмираты, запрещает такое строительство по противопожарной безопасности. Деревянная стена снаружи, изнутри должна быть закрыта слоем бетона толщиной 30 сантиметров. Представляете, построить деревянный дом и потом с одной стороны бетона 30 сантиметров, и с другой стороны, ну, стенки 30 сантиметров бетон. Это место знаковое, хотя бы потому, что еще в 1998 году ЮНЕСКО признала этот эмират культурной столицей арабского мира, а в 2015 году Шарджа получила статус столицы арабского туризма и культурной жемчужины Аравии. В инновационном центре Skyway уже поставлены все опоры для грузопассажирской трассы номер 2 протяженностью около 2,5 километра для тестирования, сертификации, демонстрации грузового и пассажирского комплексов для тяжелого подвижного состава, который мы уже изготавливаем в Минске. Здесь будет построен комплекс 2 в 1, с ездой поверху и с ездой понизу. Поэтому пролеты здесь стандартные, по 48 метров длиной. Мы уже отправили тропический уникар в инновационный центр Skyway в Шарже почти год назад. Эта модель разработана специально для эксплуатации в условиях жаркого климата при наличии в воздухе агрессивных морских солей, а также песка и пыли. У нас проблема со снегом, а у них пыль и песок. В отличие от своего предшественника, машина оборудована двойным набором основных накопителей для увеличения запаса хода, усовершенствована система охлаждения и двойной системой микроклимата для пассажиров, а также салоном VIP-исполнения. Для тестирования отдельных узлов и агрегатов мы построили в Мариной Горке специальный лабораторный комплекс. Там сейчас полным ходом идут испытания различных конструкций наших рельсов, колес, токосъема. Ну, естественно, на износ, шум, долговечность. Некоторые помещения там усилены бронезащитой, так как, например, при скорости свыше 500 км в час при разрушении тестового колеса осколки могут разлететься на несколько сот метров. Подобные случаи бывали и у автомобилистов, и у железнодорожников. И мы хотим избежать этого еще на стадии проектирования. Пусть лучше на испытаниях колесо разлетится, чем на трассе. Эти исследования нам жизненно необходимы, чтобы обогнать всех и навсегда. В конце октября прошлого года в инновационном центре Skyway в Шарже в рамках первого этапа разработки и испытаний Skyway прошли пусконаладочные работы на первой путевой структуре. Это очень важный этап в жизни нашего проекта, который обозначил новую главу в истории Skyway. Для того, чтобы мероприятие состоялось, не один десяток человек из Беларуси, из Минска приложил максимум усилий, и они сделали все, что потребовалось для осуществления моей мечты и мечты всех наших инвесторов. Я выражаю благодарность всем, кто поддерживал компанию мысленно, кто был на связи в режиме 24 часа 7 дней в неделю, чтобы оперативно решать вопросы, возникающие во время работы.
Мы приняли личное расположение его высочества шейха Султана бин Мухаммад Аль-Касими, члена Высшего Союзного Совета Арабских Эмиратов, правителя Шарджи. Его визит в инновационный центр SkyWay освещали все ведущие арабские СМИ. Его высочество любовался нашей трассой, юникаром, который бегал по трассе, и отгонял журналистов, разойдитесь, закрывающих вид на движущегося красавца юникара. Я обещал прокатить его до конца 2020 года, и мы готовы это сделать уже сейчас, как только поступит такая просьба от его высочества. Также в инновационном центре мы приступили к строительству другого типа грузопассажирского комплекса для тяжелого подвесного подвижного состава, уже с большими пролетами, по 288 метров. Этот тестовый участок на самом деле можно рассматривать как первый этап реализации адресного проекта для реализации грузового, именно грузового проекта по перевозке морских контейнеров. Длина этой трассы будет около 100 километров, при этом около 30 километров а трасса пройдет по горам. Как и грузопассажирская трасса, она будет смонтирована на высокопрочных болтах и рассчитана на срок службы 100 лет. Global Star Club. Возможности безграничны.